Привет! И в своем видео я покажу свой третий заказ с сайта Temu. Заказ полностью для Фани. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался. И ставьте нам лайки. Как обычно, ссылки на свои покупки я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео. Ну что ж, давайте открывать и посмотрим, что я на этот раз заказала. В этот раз, как и в прошлый раз, посылки все сложены вместе, а не упакованы в отдельные конверты. Начну показывать свои покупки с резинок и бантиков, которые я заказала на сайте Temu для Фани. Купила два набора бантиков. В одном наборе 5 штук. В первом наборе бантик салатового цвета, бледно-зеленого, голубого, темно-синего и красного. Бантик сделан очень красиво. Нашит бисер большой, бусинка или жемчуг, кто как называет. На другой стороне вот такая вот резинка, но пришита она хуже, чем на Алиэкспресс. Если резинка быстро оборвется, но мне бантик захочется еще использовать, всегда можно резинку заменить. Кстати, хочу посмотреть, как сделаны другие бантики. Кстати, на других резинка пришита хорошо. Но все равно эти резинки быстро рвутся. В другом наборе бантик черного цвета, фиолетового, салатового, коричневого и розового. Потом для Фани заказала вот такие вот резинки с пушистиками. Резинки 7 цветов. Вот так вот выглядит резинка и, допустим, белый пушистик. И, кстати, на резинках пушистики, допустим, на голубой может быть розовый пушистик, а может быть и желтый. Резинки небольшие, хорошо подойдут для Йорка или для маленького ребенка. И еще заказала вот такие вот одноразовые резинки. Мне очень нравится, что на сайте Temu резиночки приходят в баночках или коробках. Эти резинки одноразовые, их нельзя снимать с головки собачки, так как можно использовать волосы, их нужно состригать. Резинки в 4 цветах. Голубые, желтые, розовые и персикового цвета. Заказала вот такой вот свитерок размера L. Я похожий свитерок заказывала на Алиэкспрессе, но немножко другого стиля. Этот свитерок будет уже с капюшоном. На нем такие же сердечки, как и на свитерках, которые я заказывала с Алиэкспресса. Но у этого свитера есть вот такой вот капюшон и помпончик. Как обычно, в конце видео я одежду примерю Фани. Еще на этом сайте заказывала Фани комбинезон. Этот комбинезон я покупала с большой скидкой, по-моему, за 2 евро. Давно за такую цену не покупала Фани одежку. Покупала комбинезоны размера M, но не знаю, какая здесь сетка размеров. Может быть, размеры будут уменьшены или увеличены, и Фани не подойдет. Вот такой вот комбинезон. Он как бы сделан под джинсы. Вот с таким вот кроликом миленьким.
свитерок вот в такую вот полоску. Здесь еще есть вот такой вот карман-обманка. И с другой стороны комбинезон на кнопках. Он на такое вот прохладное время. И еще заказала еще один комбинезон с фиолетовыми вставками. У меня в этом году какая-то мания на фиолетовый цвет. Стал очень нравиться. Вот такой вот комбинезон. На комбинезоне вот такие вот милые зайки. Карманчик, на котором нашит зайка. Здесь декоративные пуговички сделаны. Комбинезон просто одевается через голову собаки. И вот такие вот рюши сделаны на рукавчиках. Ну а теперь давайте всю одежду примерим Фани. Свитерок Фани хорошо подошел. Я даже смогла одеть ей капюшон. На свитерке вот такие вот сердечки. Оборочка. А на капюшоне бомбончик. Вот так вот Фаня выглядит в свитерке. Вот так вот Фаня выглядит в комбинезоне с кроликом. Он сделан как бы вот с такими вот шлейками. На кармане мордочка кролика. И комбинезон с начесом на холодную погоду. Больше всего мне понравился третий комбинезон, так как материал очень приятный на ощупь. Фани подошел, словно по ней шит. На комбинезоне вот такие вот смешные кролики, тюльпаны. И на комбинезоне рюши на рукавах и воротничок. Я, кстати, к этому комбинезону заказывала еще фиолетовую жилетку. И, кстати, могу точно сказать, что сетка размеров на сайте Temu соответствует. Если написано, что длина 28 сантиметров, значит, так и будет. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы вас с вами очень любим, желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео.